мертвый день лежит, потому что задняя часть уже в сугробе, как бы, ну, это все оттаяло, и тут кровь, и все, и получается, мы не обращаться-то с ними не умеем, мы боимся шевелить, как быть. Здрасте. Чуть-чуть покормили, просто если вдруг в клинике спросят. Молочко там, да, хлебушка. Ты что дрожишь, малек? Ты худой. Замерзла, естественно, замерзла. Ну ее накрыли. Ну, естественно, у нее. Собака просто, у нее ноги провалились в снег. Ну, она, получается, поставила тарелку я. Тут смотри, вот, у нее ноги в снег провалились. Ну, его да. Надо откапывать сейчас, Юль. Есть лопата? Давай надо лопату. Да, лопатку здесь давайте. Лопату. У него ноги, он просто вмерз в снег. Да. Есть лопата? Да сейчас найдем что-нибудь. Ну. И дрожит, он замерз, конечно. Да ты моя ласточка. Подожди. Ну понятно, что у него. Ситуация такая. Мы вчера в 7 часов вечера по камерам посмотрели. Побежала вот туда. В крайний дом. Буквально через полтора минуты вот таким толчком уже выползла. Не знаю, что там случилось вот в этом доме. Он утверждает, что он ничего не делал. Там живет кореец. Он сказал, что, возможно, его какие-то собаки типа покусали. Ну нет, так не может покусать. Ну вот мы тоже, я сказала, он еще похоже, что это я. Я говорю, ну я не знаю, говорю, ты или не ты. Ну посмотрим. Ну, у нее сразу могу сказать, у нее хвост ничего не чувствует, видите? Она парализована, да. Так не поднимается, да, не пробовали? Ю, давай быстрее, она замерзла. То, что кровь, это вообще, вот у нее выстрелили. Ну, мы сейчас в клинике, ну, естественно, обкакал. Сейчас стреляют. Сейчас знаете, сколько гадов? Может быть, в нее выстрелили, почему у нее кровь. А камеры где были? А вот, смотрели, вот, ага, поняла. Камеры. То есть она туда пробежала, оттуда вышла. Она пробежала в 7 часов вечера туда, забежала, видно, что забежала на территорию. И буквально как минуты полторы уже выползает. Она лежала вот где-то в груди сначала, а потом переползла сюда. Поняла. А там ее машина сбить не могла. Нет, не могла. Шевелился, нет хвостик. Либо стукнули, либо собаки. Собаки так не могут ее погрызть, понимаете? У нее какой-то ранение. Малючек, да нет, да, зайка, сейчас мы тебя откопаем, зайка, спасем, малек. Она более спокойно лежала, а сейчас я смотрю, что прям колбасит ее. Да, конечно, он замерз, естественно. У него просто ноги замерзли, и жесть полная вообще. Юль, давай, может быть, тут, не, давай ноги ему откопаем вот эти. Потому что его сейчас надо брать, чтобы вот ножки, главное, аккуратно. Тебя вытащим. И повезем тебя в больничку, зайка. Сейчас замерз маленький мой, дрожит. Он очень худой. Собачка. Возрастной, но не сильно старый. Нет. Позвонила в первый городской. У него ранение, видите, какое? У него кровь течет не просто. Ну-ка, подожди-ка. Видишь, что у него ранение? Лапа, наверное, может быть, нет? Посмотри, живот целый, Юль. Не надо его так переворачивать. Да, там вроде ничего нет. Но у него он кровь, видишь? А с той стороны он прижимает? Значит, в него стреляли. Кровь. Сейчас, подождите, мы возьмем тряпочку. Юль, лежи. Сейчас, зайка, подожди. Сейчас, короче, мы в клинике решим. Смотри, давай тряпку и вон ту картонку клади вовнутрь. Подожди, малек. Сейчас мы тут приготовим специально картонку. Вот. И вот так вот клади вот так еще одеяло сверху. Вот. Вот сюда со спины попробуем. Ну давайте там, да. Прямо на картоночку так вот затянуть. Да. На эту. Хороший, давай. Аккуратненько, чтобы не передавливать, поясницу надо. А ты, Юль, прям под талию его бери, как бы грузить. Ага. Так, все. Малыш шевелится. Его, конечно, за картоночку, да? Мы его повезем сейчас на МРТ. А, так, все. Да, лапа у него задняя не шевелится. У него ранение, скорее всего, да, Юль?
Так не видно, но где-то кровь была, что у него там. Ну, справа, да. У него, потому что он как лежал, вон с той стороны, тоже кровь. Лежит место. Ладно, сейчас поедем. Девочки, а скажите, с кем связь? Со мной. Сейчас маленький рентген тебе сделаем. Привезли собачку в клинику. Вот, сейчас взвешили, он 25 килограмм весит. Вот, сейчас врач выйдет, и мы на рентген тебя отнесем. Дрожит весь. Малек мой. Замерз и обезвоженный, скорее всего. Толкай. Угу. Придерживайте. Ну. Надо будет помочь, не он сзади. Может быть, невролог? Да, невролог. Ну, давно наедине? Двое суток он лежал. Снег мерз. У него кровь вот здесь. Вот. На видеокамерах видели, как он прошел. И обратно уже все. Он уполз. Ну, вот. У него одна нога чувствует. Как бы, ну, он ее дергает. А вот вторая. Ну, описался, обкакался, естественно. Он прям вмерз вот так в снег. Ну и два дня. Так, это у него вот сейчас раз, два, три пули, а вот это вот самое. Это пока не ясно. И вот еще у него. Потом снимите. Будьте добры.